Всем привет! Сейчас я нахожусь на работе возле Бахчеванджи. Вот такие у нас квартиры сейчас в новых домах. Вот рукомойник будут ставить, новые стиралки. Вот такая у нас квартирка. Трехкомнатная. Сейчас я покажу, что я буду делать. Вот я делаю пока на сегодняшний день ответки для дверей. Все, оп, оп, закрылось. И все. О, на районе у нас везут ретро-автомобили. Не знаю куда, конечно. Может быть, какая-то выставка будет. Вряд ли на продажу. Это вот возле Нептуна. А сейчас небольшой обзор городского парка. Городской парк у нас, вот видите, уже весна, травка зеленеет повсюду. Там у нас смотровая площадка. Вон гуляет парочка тоже. Там памятники идут. Ну, там мы еще их пройдем, там покажу, какие памятники. И вот здесь лавочки. Видите, уже мусорка, мусорок много. Лавочки со спинками. Раньше они были обычные, без спинок. Сейчас я Оксаночке передам телефон. Где же моя сладенькая? И покажу. Короче, сцена, как видите, уже закрытая. Ну, внизу все обделали хорошо. Раньше там был обычный бетон, а сейчас сделали, я так понял, доски. Ну, пойду проверю. А теперь смотрите видео нашей пятилетней давности с прогульщиками, когда я с ними только начал заниматься, как эта сцена выглядела. У-у-у, прогульщики! Вот у нас получается любовный сердечко здесь. Честно сказать, я вообще не знаю практически, кто здесь. Вот, Менделеев. А, ну вот, кстати, Менделеев сейчас. Я вам покажу. Менделеев. Ну, Менделеева знаю, это химик. Там у нас получается Толстой. Ну, это писатель, Лев Николаевич Толстой. Так, слева у нас Пушкин. Вот даже подходить не буду читать. А вот... справа я не знаю, но Оксана Георгиевна, кто у нас это? Не знаешь? Так, это у нас Белинский. Честно сказать, я не знаю, кто это такой Белинский. Белинский — это известный историк. Историк? Писал классические произведения. Ну вот, видишь, она у меня умная, а я спортивный. Это у нас Попов. Попов, кто такой Попов? Радио изобрел. Радио? Я не знаю. Двойка. Смотрите, кого знает? Сталин. Какой Сталин? Горький, нет, извини, теперь это... Не, ну честно, похож на Сталина. Ё-моё, да. Слышь, хоть думал, хоть одного знаю, кроме Пушкина. Маяковский. Ну, Маяковского ты хоть знаешь? Стихи писал поэт. Нет, не помню. Короче, ладно, не буду себя позорить. Если хотите погулять, приходите в этот парк. Здесь зеленая травка сейчас. Облагородили его очень хорошо. Поубирали мусор, поставили лавочки. Приходите, гуляйте. Особенно бабушки с дедушками, вам здесь очень понравится. Мы приехали к бабушке по Металлургам 179. Нам сказали, что она недавно была в больнице. Мы раньше у нее бывали. Мы купили ей там всяких вкусняшек. Надеюсь, ей нет сахарного диабета, ей это можно. Это на пятом этаже, сейчас мы поднимемся. И когда открутка? Нет, больница нету, она в больнице умерла. Больница? А из-за чего? А? Из-за чего, не знаете? Ну, вроде бы сломала шейку бедра и лежала очень долго после войны. Мы сколько здесь живем, мы ее не разумеем. А мы к ней просто после войны приходили. Ну, после войны она потом... Ее потом забрали в больницу, и она это... Ну, говорят, умерла там. Понятно, хорошо, спасибо. Спасибо, спасибо. Подъезд. Я на этом жила, сделали ремонт. Видно, еще не доделали, потому что у меня мамы такой же самый ремонт в подъезде и также не доделали.
Ну, эту бабушку нам очень жалко, то, что она умерла. В общем, как-то так. А также сегодня у нас вот суббота проходит турнир по шашкам. Там, где я работаю, спорт для всех, в доме учителя, бывший дом учителя. И я взял интервью у детей, которые учатся играть с 7 лет. Мальчики, привет. А у вас сейчас был первый раунд. Кто вас победил в первом раунде? А как тебя зовут? А сколько тебе лет? 8. А сколько занимаешься уже шашками? Вроде год. А тебя как зовут? Богдан. А ты сколько занимаешься уже? Где-то тоже. Месяц. А, ну тогда ясно, почему ты победил. А ты как хочешь сегодня заработать первое место? Третье. Первое давай. И всем привет, вы на канале Прогульщики, мы находимся на Кирова, на новых домах, на трехэтажках, вот как вы видите, тут раз, два, четыре штуки. Там сзади моего оператора еще новая 14-этажка, мы ее тоже покажем. Кстати, ее построили за 2 или 3 месяца. Сейчас я иду вот тут по этому району, и вот тут какие-то раньше офис был, что-то такое. Я не знаю точно, никогда не жил. Тут уже, кстати, людей заселяют. Тут где-то должна быть, а вон она, площадка. БМВ. Вот это да. Что за тигр этот лев? Ах, красота. Площадка уже разукрашена. Я в шоке. Не ценят люди ничего. О, турнички. Можно позаниматься немножко. Я заплачу сполна, горит сердечко, как сгорает.